Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим Курскую область. ВСУ вошла на территорию этой области. И три населенных пункта под Украиной. Ну, как бы вот так вот. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Предыдущее видео, ну, оно сбылось, видите, так печально, конечно. Я за мирных жителей, все. А там уже как. Такое дело. Так, начали. Для мирных жителей Курской области и сам Курск. Дойдут ли до Курска, да, например, город Курск? Ну, сейчас посмотрим, как будут двигаться ВСУ. Так, начали. Раз, два, три, четыре. Это ВСУ. ВСУ. На территории России. Три населенных пункта, ну, потому что еще что-то там такое, плюс-минус, да? Дойдут ли они до города? И что дальше? Так, раз, два, три, четыре. ВСУ, населенные пункты, город. И что дальше? Так, 78 карт. Вся колода. Так, начали. Раз, два, три, четыре. Вот они, украинцы. ВСУ. Привет называется, да? Вот сам город. Получается, видите, как и населенный пункт, получается, область, да, и сам город. И что дальше будут какие-то либо события. Двойной таро старших арканов. Так, раз, два, три, четыре. Вот украинцы. Населенные пункты при Украине. Так, дальше. Город. Что ждет город? И что же будет, что же будет? Мирных жителей отдельно я положу сверху карты. Так, начали. Открываем. Вот они, украинцы. ВСУ, как они настроены психологически, да, например? Может, они устали, дальше не захотят идти, да, например? Или же дальше будут продвигаться? Ну, будем так говорить, их настрой очень сильный. Получается давление. Марс, бог войны. Мы сейчас познакомимся с этими четырьмя картами. Населенные пункты, которые при Украине. Жертвы. Получается, есть какая-то часть этой территории. Сам город. Солнце. Тут получается, солнце, видите, это напряжение, напряжение. При данном напряжении сила ВСУ, подходящая через населенные пункты к городу, ведет к чему? Злые шутки. Тут получается, смотрите, есть опасность. Все-таки что-то будет. И получается, тут знаете, как я так поняла, дальнейшие события во времени приведут, вот эти две карты покажут. Ну, смотрим дальше. Значит так, вот оно ВСУ. Украинские войска. Земля. Получается, после тяжелого труда они решили зайти на территорию России. Заземленные, да, они, получается, пешим пошли. И, смотря вдаль, видите, вдаль, они имеют свою цель. Император, да, видите, цель, скипетр, стихия огонь и земля. Земля, огонь. Значит, подходя к населенным пунктам, есть торможение дел. Или же, знаете, как тут получается вода и лед. И вода. Как же дальше двигаться? Идти дальше, не идти. Ну, давайте постоим и подумаем. Тут, видите, размышления. Повешенное это еще размышление. При данном размышлении это получается топтаться на месте. Что же делать, что же делать? И
как бы иллюзия, в каком направлении двигаться. А вот получается, сам Курск, город, да, при большом огненном напряжении уже понимает, что что-то уже близко, близко. Теперь, как ведет себя сам город Курск? Очень сильное напряжение. Видите, два солнца вышло. И новости. Напряженные новости. Видите, два солнца. Тут дети, тут как бы переживания за новостей. Ну вот, получается, ребята продвигаются. Дальше. Чтобы дальше двигаться или что-то будет, да, что же будет, что же будет. Они, получается, должны дойти до какого-то пункта. Тут, получается, знаете, дойти до города опасно. Но зацепиться можно. Тут, понимаете, тут как бы эта земля. Сам Курск, да, город, чей мой, город богатый, да, можно сказать. Видите, банк, да, деньги. И чтобы дальше двигаться, видите, повешенный и повешенный, да, бросить на полпути нельзя. Нужно финансирование. Значит, они будут ждать команды. И что же будет дальше делать Курск и украинские войска? Ну, тут, видите, опять жертвы, да? Получается, может быть, как окружили. Потому что, видите, круг. Это вращение. Это вокруг. Вокруг да около. Вот город, да? Новости, страх и ужас. И окружение идет, ну, как бы вот так вот. Это сам город, а это населенные пункты. Возможно, еще знаете как? Опасная ситуация идет к тому, что может с другой стороны или как-то. Может, я поняла, что это будет как бы не окружить, а как бы полумесяцем, можно так сказать. Дуга, дуга. А, слово, да. Курская дуга на языке. Потому что тут, видите, вращение и вращение. Тем более опасность. В общем, дальше будут двигаться дела. Вот так вот. То есть ВСУ напористо будут собирать себе трофеи. Но это как бы дальше идя как бы по населенным пунктам и еще окружить. Ну, я так поняла. Ну, я не стратег военный, но по картам я поняла, что это именно так все и выглядит. Почему? Потому что я вам объяснила. Бросить это нельзя, значит, это будет душка. Так, теперь мирные жители. Вот так. Если Украина, это ВСУ. В населенных пунктах, видя мирных жителей в городе, это населенные пункты, поселки, ПГТ, ну, деревни, там что-то такое, да. Вот. И вот сам город, мирные жители. И что же дальше будет? Какие события? Так, раз, два, три, четыре. Потом, смотрите, чувство времени, да, получается, что все-таки это продлится, время. Кто его знает, да, но все-таки опасное время получается. И ВСУ дальше, чтобы двигаться, сами могут передумать, как бы, но они должны какое-то движение сделать, то есть дуга. И что-то должны сделать, то есть остановиться. А сам город будет нервозно переживать вместе с мирными жителями. Так, мирные жители. Ну, если мы начали с мирных жителей, да, это украинцы. Вот мирные жители, это Украины. Вот, это украинские мирные жители. Это российские мирные жители. Населенных пунктов, города, пригорода, и что же будет дальше с мирными жителями. Так, смотрим дальше.
Вот украинские мирные жители. Тут получается собаки, да? Они, получается, при своем переживании у них есть напор и движение. Движение. Они как бы им можно сказать, им не до Курска. Они живут своей жизнью, у них свои проблемы. Но движение мирных жителей возможно. Значит, кто-то пошел в ополчение. Теперь населенные пункты, которые захваченные. Продолжаются бои. Видите, солнце, да? И бои. Напряжение. Это называется 320 вольт. Вот. Дальше идем. Теперь Курск и пригород. Очень страшно. Очень страшно. Если бы мы не знали, что это такое, то это действительно очень страшно. Видите, дьявол. Получается, Курская. Курск и мирные жители в ужасе. Это страшно. Можно так сказать. И видя эту всю горячую обстановку, смотрите, огонь, 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 огонь. Огонь, огонь. Все есть в огне. Ну, как бы продвигается огонь и дальнейшие события для мирных жителей. Решение, принятое решение. Тут, видите, перевернутая карта вышла. Значит, это тупик. Тупик. Если вот так, продвижение дальше, да? Получается, это тупик. Это штопор. Штопор. Перевернутые позиции. И помощи нету, я хочу сказать. Для мирных жителей частично, может быть, и будет. Но помощи нету. Дело утопающих, самих утопающих. В общем, вот такие карты вышли. Значит, идет вот эта дуга. Очень печальная история для мирных жителей. Так, на удачу для мирных жителей. На удачу для мирных жителей. Сел, поселков и города, и пригорода. На удачу. Что же это такое? Госпожа удача. Для кого ты добрая, для кого иначе. Так, это госпожа удача для мирных жителей. Так. Смотрите, получается трансформация, да? Нужно все-таки начинать все сначала. И стихия огонь. Удача в том, что нужно пересмотреть вокруг себя обстановку, взять себя в руки, видите, взять в руки инициативу, свои руки. И лидер тут, кто-то должен выйти и сказать, давайте мы вам поможем. Будет какой-то человек. Тут раз тоже вышло. Какой-то человек. Сейчас посмотрим, кто это. Лидер. Да, он скоро подойдет. Видите, тут шут. Он как бы возьмет обстановку, возьмет все в свои руки. И корректировка, хотя будет очень страшно. Вот, дух свободы. Значит, какой-то человек появится. И дух свободы, видите, это молодой человек. Может, молодая женщина, знаете, тут как бы шут, это такое лицо. Но дух свободы. Лидера за обновление. В общем, что-то будет. Вот так вот. Это на удачу. Ну, давайте посмотрим на удачу теперь для ВСУ. Они тоже как бы достойны уважения со стороны Украины. Если это смотрят украинцы, чтобы никто не обижался. Каждый делает свое дело, и каждый переживает за своих. Вот так вот. Теперь смотрим на удачу ВСУ. Что у них там? Мы как раз узнаем, будет ли у них толк с этого шествия, движения. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре. Это для ВСУ, Украина. Если кто-то напишет, зачем вы смотрите, надо знать все. Я считаю так. И на себя смотреть,
и на соседа смотреть. Когда все начиналось, надо было смотреть все. Нужно быть всегда предусмотрительным. Так, на удачу высылу. Какая у них удача? У них есть планы. Смотрите, видите? Планы рушить. Значит, у них планы есть делать свое дело. Значит, они готовы идти на все. Поняли, да? Так что это только начало конца, можно так сказать. В общем, вот такие карты вышли. Сейчас мы позовем цыган. Цыгане, выходите. Цыгане, расскажите про Курск. Так, и Курскую область, также и ВСУ. ВСУ, как оно настроено продвигаться по населенным пунктам, продвигаясь к городу, и что из этого? Надежда. Ну, как бы, надежда умирает последней. Идут люди, как бы, при своих крушении планов. Надежды рухнули, рухнули. Теперь населенные пункты. Информация. Нужно владеть информацией. Кто владеет информацией, тот владеет обстановкой. Поэтому хотят YouTube отключить, чтобы люди были в неведении. А нужна информация для мирных жителей. Комната, город. Видите, город обособленный. Дверь закрыта. Комнаты закрыты. Люди, значит, должны уехать. И что же будет, что же будет? Дома. Дома в каком состоянии? В печальном, окна закрыты. Видите, печаль, траур. Значит, двери закрыты, окна закрыты. Покидать нужно этот населенный пункт. Ну, в общем, вот так вот. Что-то дождь разошелся. Это обновление. Да, теперь. Раз, два, три, четыре. Курск. Украинцы зайдут в город Курск. Друзья. Значит, будут какие-то встречи или какой-то договор. В общем, что-то хорошее должно быть. И видите, тут как бы будьте осторожны, чтобы вы не ошиблись, наши не наши или ваши не наши. Тут, получается, можно как бы попасться. Тут, видите, подвох может быть. Да, переживание и боль. В общем, вот такие карты вышли. Спасибо, что посмотрели до конца. Всех вам благ. Удачи вам!